Вот вы знаете, вы, так сказать, задали очень хороший вопрос, потому что буквально вчера я был на одной очень интересной конференции научной с китайскими коллегами в Институте международных отношений. И вот именно вот этот вопрос поднимали наши китайские коллеги, которые сказали, что мы сотрудничаем, мы являемся партнерами стратегическими с Российской Федерацией, но мы не состоим в союзе. Что касается газового контракта, то, вы знаете, ну, это очень, так сказать, такой правильный шаг, на мой взгляд, потому что, собственно говоря, даже вот вчерашнее подписание евроазиатского сообщества, да, то есть уже не таможенного союза, а сообщества, оно показывает, что Россия активно проводит свою политику на восточном направлении. И Китай в этом отношении наш такой стабильный и, я сказал бы, даже прочный партнер в том, что касается экономических, финансовых, политических, дипломатических и других инициатив и отношений со стороны Российской Федерации.